Интересный факт. Я прочитала уйму статей о Наташе, и повсюду подпись Лимей Орловой. То есть ты хочешь этим что-то сказать? Я хочу сказать, что мы зря ищем женщину, которая хорошо знает о прошлом Наташи, только среди ее давних знакомых. То есть ты хочешь сказать, что... Именно. Орлова написала уйму статей о Наташе, ее первой влюбленности, еще бог знает о чем. Наташа надиктовала ей целый том мемуаров. Я ее проверю. Что с тобой, Лара? Что-то случилось? Ты была права, мам. Все, что ты говорила про Олега, было правдой. Только не надо меня жалеть. Крепись, доченька. Я знаю, как тебе тяжело. Ну ничего, это все пройдет, вот увидишь. Ты еще спасибо скажешь мне, родная. Семья — это святое. На этом мир держится. Мне так интересно все. Расскажите, что слышно, какие новости? А как дела у Машеньки? А Максим? Машенька делает успехи. И самое главное, она врастает в семью. С каждым днем она себя уже ведет все более и более раскованно. Ну, в общем, она замечательно адаптируется. И через некоторое время это будет чудесный домашний ребенок. Как хорошо. Да, в общем, все у нас спокойно. Вот только Лимей приболела. Гастрит обострился. Ну, я вот сейчас зачищу картошку. Лена ей на пару пудинг будет готовить. Ну, а пока суть до дела, я травки заварила, вот, от желудка. Пускай пьет, выздоравливает. Значит, она в доме. Кто, Мэй? Да, в своей комнате лежит бедняжка. Вы знаете, я пойду ее навещу, а то как-то неудобно. Она столько для нас делает. Конечно, сходи. Она будет тебе рада. Я тоже на это надеюсь. Салат лучше маслом, да, заправлять? Оливковым? Да, конечно. И помидоры. Ой, папа так за вас переживает. Он себе места не находит. И мы тоже переживаем. Вам нужно обратиться к специалисту и пройти полное обследование. Я так и поступлю. Вы знаете, я, кстати, слышала, что в Киеве очень хорошие специалисты. Да, это правда. Но к первому попавшимся не стоит. Да. Мы с папой найдем вам хорошего гастроэнтеролога и другого специалиста тоже. Например, психиатра или психолога. А зачем мне психиатр? У меня живот болит, с психикой у меня все хорошо, слава богу. Я просто подумала, вы во Франции наблюдались... В клинике
Мало ли, какое обострение. Ой, извините, я не хотела вас обидеть. Я не люблю это вспоминать и афишировать. Но я понимаю вас, Женя. Я живу в доме вашего отца, работаю в его фонде. Вы вправе знать всю правду. Ну что вы, если вы не хотите говорить, не нужно. Но если вы мне расскажете, знаете, дальше меня эта информация никуда не пойдет. Все очень просто. Я симулировала нервный срыв и скрывалась в психиатрической клинике от мафии. Ой, ясно. Подождите. Можно я договорю? В юности я была переводчиком, и как-то мне довелось стать свидетелем на очень важной информации на беседе серьезных людей. Вы понимаете, чем это мне грозило? Понимаю. Я симулировала нервный срыв и, будучи здоровой, пролежала в психиатрической клинике. Вы не представляете, как это ужасно. Я думала, это никогда не закончится. И как же вы выпутались из этой ситуации? Ну, к счастью, этих людей посадили. И с тех пор я решила сменить род деятельности, ушла в журналистику. А от переводческой деятельности я открестилась. Мне даже от каждого потенциального клиента мне было страшно. Вот и все. Женя, вы мне верите? Ну что, у меня нет никакого повода, чтобы вам не верить. Мне мучительно больно понимать, что вы считаете меня неуравновешенным человеком. Я понимаю, что вы боитесь за своих родных, близких. Женя, давайте сделаем так. Я запрошу историю своей болезни из клиники. Либо пойти на прием к вашему знакомому психиатру. Хотите? Ну что вы, Лимэй? Ну я же ничего не знала. Я так вас уже утомила, засиделась. Вы выздоравливаете, я уже пойду. До свидания. Спасибо за заботу. Всего хорошего. Я уже что-то заподозрила. Надо быть повнимательней. Конечно, понимаю, что повестка дня у нас та же, но по правде сказать, о чем говорить, я не знаю. Да. Да, ты прав. Да, мы в тупике. Рябоконь, тупик. Тупик. Ирина, тупик. Тупик. Лимэй Орлова, извините, полный тупик. Полный тупик. Кстати, я проверил ее историю болезни. Она действительно обращалась в клинику по собственному желанию. Невроз. Черт, здесь мимо. А бандиты? Были, были. Она боялась преследования каких-то бандитов. Потом внезапно выздоровела, выписалась. Короче, все в точности, как она рассказывала Жене. Черт. Да, одни тупики. Или тупицы. А может быть, это мы с вами туповаты? Ну, не видим врага под носом. Ходим по кругу, наступаем на одни и те же грабли. Мне кажется, дело не в нас. Просто наш противник — это профессионал экстра-класса. Да, и этот профессионал работает на Султана Карима. Это тоже не доказано. А вот я уверен, что это он мог нанять человека в Киеве, который бы заметал следы. Согласна. Это более похоже на правду. Слушайте, ну если так, то... Зачем мы тратим время на исполнителя? Не проще ли выйти на заказчика?
Я тебя правильно поняла? Да. Серый. Что? Что мне еще остается? Извините, только это. Мне нужно поехать на этот загадочный остров и разобраться с ситуацией на месте. А ты понимаешь, что тебе грозит? Понимаю. Остров Фирдаус в полном владении султана. Он там и царь, и бог, суд, полиция. Если произойдет осечка, ты оттуда не выберешься. Но ты готов на это ради Наташи? Женя, а ты понимаешь, что я обязан ее найти? В конце концов, Серега взрослый человек. Но версию с Викой тоже отметать не стоит. И вообще, давайте нароем какие-нибудь еще варианты. Без пособника в Киеве у них точно не обошлось. Само собой. Значит так, Лёва, вы с Женей продолжаете вычислять пособника, а я буду думать, как добраться на этот Фирдаус. Я почти не сомневаюсь, что Наташа там. Наташа, господин ждет тебя. Счастливая. Теперь ты будешь любимой женщиной господина. Господин тебя осчастливит, а ты должна сделать его счастливым. Не скупись на ласки. Сделай так, чтобы он был тобой доволен. Помни, ты должна сама смиренно снять одежды и подойти к господину со стороны ног. Запомни, только со стороны ног, иначе господин обидится. Спасибо. Самое главное, не противься никаким желаниям господина. Не зли его. Но ты же не хочешь, чтобы из-за тебя весь гнев его обрушился на нас. Наташа, ты умная девушка и сама понимаешь, рано или поздно это случится. Желаешь ты этого или нет? Какая же ты красивая. Разденься. Нет. И вы меня никогда не заставите это сделать. Я не люблю вас. И я не ваша вещь. На этом ты заблуждаешься. Ты как раз и есть моя вещь. Ты мне принадлежишь точно так же, как этот ковер, эта ваза. Подойди и поцелуй меня. Я дважды повторять не буду. Хорошо. Мне так даже больше нравится. Ты так меня возбуждаешь. Ты сейчас похожа на необъезженную лошадку, которой нужен хороший клыст. Ладно. Ласки оставим на потом. А сейчас... для меня. Пой для меня то, что ты пела мне в Киеве. Ну, давай же. Ты ведь говорила, что больше всего на свете ты любишь петь. Так давай. Пой. Пой, я сказал!
Слава богу, ты очнулась. Что со мной? Тебя принесли сюда без чувств. Что случилось? Господин бил тебя? Он был с тобой жесток? Наташа, ну говори, не молчи. Эти дары с пожеланием здоровья и радости передает тебе наш господин. Она очень понравилась господину. Наверное, хорошо его ласкала. Она еще и поет хорошо. Говорят, господин без ума от ее песен. А вы знаете, какие роскошные подарки и украшения он ей передал? Теперь она будет женщиной. Разве ты не знаешь? Карим любит меня. И только меня. Доброе утро. Как спалось? Проходи, садись возле меня. Умри, змея. Наташка, врежь ей как следует. Не надо, мы не должны удерживаться. Нахал ты, иди, Юрсунус, борода! Да что там происходит? Охрана! Входите. Прости, дядя, драка в гареме. Кто дерется? Все. Что они там не поделили? Тебя, дядя. Это уже интересно. А что говорит охрана? Вначале сцепились Аиша и новенькая. Потом все остальные. Кто-нибудь пострадал? Аиша ранена. Остальные кто как. Кто-то теперь с синяком ходит, кто-то исцарапан. Глупые кошки. Иди сами разберись. Да, и приведи ко мне Аишу, Наташу. Знакомых Наташи, которые бы желали ей зла. В первую очередь меня интересует женщина. Зачем вам это нужно? Я должен проверить каждого, кто может быть причастен к ее похищению. А Наташу никто не похищал. С ней все хорошо. Она развлекается. Купается в море, пока я здесь места себе не нахожу. Вы знаете, Максим, в деле появились новые нюансы. У меня есть доказательства, что в интернете от имени Наташи пишет совершенно другая женщина. Вы уверены? Абсолютно. В таком случае, где сейчас Наташа? А вот это нужно выяснить. Я уверен только в одном. Ее похитил султан Карим.
Но это же все объясняет. Господи, как я мог подумать, что Наташа такой способна? Максим, послушайте, не корите себя. Я так же, как и вы, во все это поверил. Все поверили. Почему вы так уверены, что сообщение в интернете пишет другая женщина? Потому что она неадекватно отреагировала на мое сообщение. А когда я уличил ее во лжи, она вообще перестала отвечать на мои письма. А что такого особенного было в вашем сообщении? Неважно. Факт из прошлого, который известен только мне и Наташе. Да. У вас же с Наташей было свое прошлое. И вы, как честный человек, не должны о нем рассказывать, верно? Максим, послушайте, вы как ее очень близкий друг. Как ее жених. Простите. Вы не могли бы вспомнить имена женщин, которые бы могли ей желать зла? Не были враги? Бывшая невеста покойного Гарика, но, насколько мне известно, она выехала за границу, и с ней совсем все плохо. Она психиатрическая лечебница. Возможно, выпустили? Нет, не выпустили. Я проверял. Она не могла писать письма. Так кто еще? А, возможно, та женщина, которая пыталась ее ранить несколько лет назад. Помните? Вика Рибаконь. Ее нет в стране. Я безуспешно пытался ее найти. Возможно, она прячется намеренно. Максим, я думал об этом, но как же вам объяснить? Вика, ну не могла написать от имени Наташи. Хулиганство с применением холодного оружия, да, ограбление, да, но вести сайт и... Это не ее стиль, это очень тонко для Вики. Максим, послушайте. Подумайте, пожалуйста. Может быть, вы вспомните, кто может выдавать себя вместо Наташи? Кто еще? Простите, я сейчас плохо соображаю. Если я о ком-то вспомню, я обязательно вам перезвоню. Просто вы меня ошарашили этой новостью. Наташа меня не предавала. Ее похитили. Пообещайте мне, что вы найдете мою невесту. Я обещаю. Спасибо. Господин, это все она. А ты, значит, ни при чем, да? Она тебя била. А ты стояла перед ней, как ягненок. Эта чокнутая меня чуть не убила. Вот, посмотрите, она ударила меня ножом. Ты ее чем-то обидела? Говори, Аиша, я все равно знаю. Это она всех обижает. Ты наговариваешь на Наташу. Небо свидетель мой, господин. Новенькая ведет себя так, словно она здесь главнее всех. И в чем это выражается? Она говорила, что будет вашей любимой женой, и что мы все должны ей прислуживать. Ну, возможно, так и будет. Но она совсем вас не уважает, мой господин. Она говорила про вас гадости. Правда? Что именно она обо мне говорила? Мой язык не посмеет произнести этих слов. Отвечай. Певичка сказала, что вы недостойный правитель, и вы противные, как мужчина. И если бы не ваше богатство, она бы сюда никогда не приехала.
все врешь, глупая женщина. Я не вру, мой господин. Лия! Пусть мой язык отсохнет, если я соврала. Мой господин, она вас не любит, она недостойна вас. Ну что, закажем что-нибудь? Да. Чего ты хочешь? Ты сегодня такой нарядный, торжественный. Наверное, не просто так меня позвал. Хочешь что-то сказать? Хочу. Тогда шампанского? Официант, бокал шампанского для дамы. А ты со мной не выпьешь? Я больше не пью. Ну, может быть, по такому случаю сделаешь исключение? Нет, Кира, извини, не могу. Ну, ладно. Трезвым ты мне нравишься больше. А я, кажется, знаю и догадываюсь, зачем ты меня сюда пригласил. И, Олежка, правда, я не держу на тебя обиды. Да, мне, конечно, неприятно, что ты увлекся этой... Ну, в конце концов, с кем не бывает. Вы работаете вместе, она постоянно крутится там рядом с тобой, я все понимаю. Но я всегда знала, что это несерьезно, и что рано или поздно ты вернешься ко мне. Мы все-таки с тобой идеально друг к другу подходим. Ну что, мир? Снова вместе? Не поняла. А зачем ты тогда меня сюда пригласил и вырядился, как на парад? Что это? Это моя расписка, заверенная у нотариуса. Я обещаю вернуть деньги в течение 6 месяцев, которые ты внесла за меня в залог. С процентами. Извини, раньше не могу. Но через полгода обязательно заработаю и отдам. Олег, зачем такие формальности? Мы с тобой не чужие люди. Уже чужие. Да, и еще. Хочу, чтобы ты вернула ключ от моей квартиры. Впрочем, я могу поменять замок. Олег, зачем ты так со мной? Неужели нам было так плохо вместе? В конце концов, я столько сделала для тебя. Я очень благодарен тебе за все. Это из-за нее? Я спрашиваю тебя, это из-за нее? Я не могу поверить, что ты променял меня на эту моль. Выбирай выражение. Ты сейчас говоришь про мою любимую женщину. Про любимую женщину? А меня ты, значит, не любил? Просто так время проводил, да? А почему же ты мне сразу не сказал, что я для тебя всего лишь временное развлечение? Пожалуйста, успокойся. Я надеюсь, что мы останемся друзьями. Да что ты толдычишь про свою дружбу, Богомолов? Да пошел ты! Какая волшебная музыка. Вы недавно ее сочинили? Это мой новый концерт для голоса с оркестром. Это очень красиво.
Максим, вы безумно талантливый человек. Пожалуйста, не отвлекайте меня. Да, я ухожу. Я зашла сказать, что я безумно рада, что вы наконец-то воспряли духом и оставили в прошлом всю эту историю с Кречет. Что? Вы о чем? О том, как она предала вас. Она вас недостойна. Алла, нас ввели в заблуждение. Наташа нас не предавала, и от меня она не сбегала. Подождите, а как же все эти фотографии, роскошные апартаменты? Она? Это чертова страничка в интернете. Ее вела какая-то совершенно незнакомая женщина. Почему вы так уверены в этом? Потому что ко мне приходил следователь, и Наташу снова ищут. В Интерполе возобновили расследование, и ее найдут, я уверен. Моя задача — работать, несмотря ни на что. Концерт должен быть готов к ее возвращению. Да, конечно. Послушайте. Да. Карим, мальчик мой. Перестань называть меня мальчиком! Я хочу, чтобы ты перевела новенькую в служанки. Домой, господин. И поручите ей самую грязную, самую унизительную работу. Я прикажу ей, чтобы она мыла полы. Нет, это излишнее. Ее нежные руки не должны пострадать. Пусть она прислуживает той, которую избила. Это будет справедливо. Уходи. И пусть знает, мое терпение не безгранично. Полечу в Турцию. А оттуда уже каким-то образом попытаюсь добраться до Фирдауса. Что скажет твоя жена? Не знаю. Потише, а то Настюху разбудь. Кстати, а ты помнишь, какой скоро праздник? Ты имеешь в виду день рождения нашей дочери? Счастье мое, я не забуду об этом, даже если меня разобьют склероз. А что, есть уже первые признаки? Чего? Склероза? Слушай, я не помню. Смотри, мне я с тобой нянчиться не буду. Говорила мне мама. Не бери дочку мужа на 10 лет старше, я не послушалась. Твоя мама действительно такое говорила? Ну, я шучу. Ну, конечно, я тебя не сразу полюбила. Угу. А когда узнала получше, сказала, вот, Женька, я не думала, что ты возьмешь себе мужа настоящего мужчину. Боялась, что приведу в дом какого-нибудь неформала, повешу им с отцом на шею. Ну, удивительная, конечно, была женщина. Жаль, что я на нее совсем не похожа. Ну, ты у меня другая. Но ты тоже очень-очень удивительная. Так не нужно мне льстить. Я не льщу, это чистая правда. Ты, кстати, думал уже о подарке? Ну, подарок — это не главное. Нужно устроить ребенку праздник. Ну да. Наша квартирка просто для детского дня рождения, ну, как-то маловато. Может, ресторан закажем? Ресторан — это очень казенно. А может, у папы дома? Детский праздник? Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Да, мы скорбим о наших близких, но дети должны радоваться жизни. Елена, вы как считаете? Я совершенно с вами согласна. О, все в сборе. И что мы обсуждаем? Хотим устроить детский праздник. Пожалуйста, можно этим буду заниматься? Я обожаю детские праздники. Во Франции этим занималась, у меня есть опыт. Спасибо, Лимей. Просто вы и так с утра до ночи в мамином фонде. Дел у вас много. Нет.
Не спорьте, я хочу взять это все в свои руки. Сейчас заварю себе кофе и обсудим вопросы. Налима, а вам разве кофе не вреден? Почему? Ну как у вас же гастрит и на голодный желудок? Остановитесь, я вам сейчас овсянку запарю. Ну, не беспокойтесь. Я себя чувствую уже намного лучше. Правда. Женечка, скажите, пожалуйста, сколько у нас есть времени и когда у Настеньки день рождения? Настеньки 14-го день рождения. Хорошо, если бы Наташа к этому времени вернулась. Настеньки 14-го день рождения. 14-го день рождения. Что это ты принесла? Твой обед. Я сама вижу, что обед. Почему так поздно? Ну ты же после завтрака даже с постели не вставала. Твое какое дело? Как раз толстеешь, форму потеряешь. Карим перестанет к себе на ночь звать. Карим любит пухленьких. Не таких, как ты. Кожа да кость. Очень за него рада. Я могу идти? Куда идти? А кто мне будет прислуживать? Подай мне вот это. Держи на весу. Фу, какая гадость. Я это есть не буду, убери. Давай другую. Какую? Вон ту, что там на ней? Не знаю, это же ты повару заказывал. Не пререкайся со мной, кто тут госпожа? Ты госпожа. Разве я спорю? Этому повару нужно руки оторвать. Совсем не умеет готовить. Я пошла в бассейн. А ты убери здесь, пожалуйста. Хорошо, что вы не уехали. Вы забыли свои таблетки от гастрита. Ух, постоянно их забываю, совсем нет головы. Не задерживайтесь там допоздна. И главное, вовремя ешьте, это при гастрите очень важно. Обязательно, в интернате потрясающая столовая, я пообедаю там. До вечера. Я нашел ее. Пока нет. Не торопите меня, свое дело знаю. Вопрос будет закрыт в ближайшее время, я гарантирую. О, мой Кари! Повелитель моего сердца, свет моих глаз. Как же я его люблю! Что случилось? Он позвал меня. Позвал к себе! Эту ночь мы проведем вместе. Я очень за тебя рада. Не ври, лгунья, ты мне завидуешь. Бросай все. Будешь готовить меня к ночи любви. Я уже представляю, как это будет. Господин сжимает меня в своих объятиях, а потом подхватывает, как пушинку, и несет на ложе. Бережно опускает на мягкое покрывало, наклоняется и целует прямо в губы.
И его губы такие горячие. Такие горячие, я не могу подобрать сравнение. Горячее, чем утюг? Дура! Ты ничего в этом не понимаешь. У Карима такая мужская сила, как у племенного жеребца. Только не ври мне, что ты не ревнуешь. Нет, конечно же, я ревную. Я даже места себе не нахожу. Ага, вот и призналась. Даже не надейся, что господин когда-нибудь позовет тебя в свои покои. Ты теперь служанка. Он в твою сторону не посмотрит. Хорошо бы. Не смей попадаться ему на глаза. Если господин когда-нибудь посмотрит в твою сторону, я тебе все лицо исцарапаю. Знаете, я не люблю себя хвалить, но мне кажется, что в этот раз у меня получилась действительно сказочная мелодия. Вам нравится? Мне нравится. Я считаю, что все ваши произведения божественны. Не преувеличивайте. Божественно — это о Моцарте, а я так, в меру одарен. Хотя, вы знаете, когда я ее сочинял, мне казалось, что эта мелодия лилась ко мне прямо-таки с небес. Для меня вы лучше Моцарта. Так, стихи заказаны. Со дня на день будут готовы. Можно я буду это петь? Да, конечно. Я буду очень стараться, спасибо. Порепетируем вместе. Я готова. Но вы же понимаете, что когда Наташа вернется, петь это будет только она. Да, конечно. На 14 число в полдень. Вы все правильно поняли, это детский праздник в большом частном доме. Я связывалась вчера с вашим менеджером, мы обсуждали детали, он пообещал мне выслать сценарий. Хорошо, тогда пришлите мне на электронную почту, я прочитаю и перезвоню вам. Всего доброго. Лима, это ваш знакомый? Нет.